Для Карины Самцовой ЦТ по биологии уже второе испытание. Позади русский язык, впереди история Беларуси. Девушка признается, хотя и чувствует легкое волнение, в результатах уверена. Свои силы в нее вложили как школьные учителя, так и репетиторы. Мечта абитуриентки – поступить в столичный педагогический университет. Б-часть была задачами сложновато на самом деле. То есть на третьем РТ такого не было. Такое было на втором РТ, ну, я думаю, там где-то писала уже наугад, но я думаю, что все будет нормально. Надеюсь, хотя бы на 70 плюс баллов. Вот. А часть была легкая, в принципе. Абитуриенты по всей стране справляются с одним из самых важных испытаний в жизни – централизованным тестированием. Позади уже белорусский и русский, обществоведение, математика и биология. В пункте, расположенном в аграрно-экономическом колледже, на последний предмет записался 381 человек. 17 не пришли. Будущие студенты, напомним, обязаны прибыть в место проведения ЦТ не позднее, чем за 30 минут до начала. С собой заполненный и зарегистрированный пропуск, паспорт и черная гелевая ручка. У нас очень хорошие, ответственные организаторы и организаторы в аудиториях. Поэтому, если какие-то вопросы и возникают, то они устраняются сразу же, буквально сиюминутно. И многие ребята прошли уже репетиционное тестирование, поэтому особых проблем не вызывает занесение данных в бланк ответов. Зубрить даты, формулы и правила уже поздновато, однако есть несколько советов, которые помогут успешно сдать ЦТ. Во-первых, хорошо отдохнуть, выспаться и разгрузить мозг. Можно повторить пару проблемных моментов, но не стоит переусердствовать. Перед самим испытанием не пренебрегайте завтраком. Съешьте что-то легкое, но сытное, например, кашу с сезонными фруктами и чай. Выберите комфортную одежду, которая не будет сковывать движение и отвлекать на себя ваше внимание. Решать задания лучше по порядку, чтобы не сбиться при переносе ответа в бланк. Не стоит оставлять пункты без ответов, всегда есть шанс вычислить верный. И главное, сначала сосредоточиться на тех вопросах, где есть стопроцентная уверенность. В этом году на тестирование записалось почти 62 тысячи ребят. По итогам первого дня с ЦТ по русскому удалили троих за использование телефонов. На обществоведении таких смельчаков не нашлось, а на математике абитуриент не прошел испытания из-за шпаргалки. Напомним, если выпускник не попал на тест по уважительной причине, он имеет право сдать его в резервный день 12, 14 или 16 июля. Следующая проверка знаний по иностранному намечена она на 26 июня. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.